Здравствуйте, мои зрители. Хотела бы с вами поговорить по поводу, что такое смелость. Вот, что за человек, который вот, ну, смелый человек, да? Откуда это, вот эта вот черта характера, она проявляется? А смелость напрямую зависит от, значит, смелый, значит, ты сильный духом человек, сильный духом человек. И вот эта вот сила духа, от чего она зависит и чем она подкрепляется. И вот эта сила духа, это лживый человек, вот, может быть, слышали, лживый человек, человек, который обманывает, да, который, ну, обман, вот эта серия обмана в разных интерпретациях. Кто-то там от семьи там гуляет, да, кто-то там на работе там кого-то чего-то обманывает. Ну, это обман, это везде, интерпретация обмана очень большая. Вот. И вот человек, чем больше лжет, тем он начинается слабее духом. Дух слабеет у него. Вот. И тут еще такая, знаете, сила духа еще развивается. Вот такой нюансик тоже. Нельзя, например, просто как пример. Тебе подошел человек и говорит, ну вот прикрой меня там, мне надо там, ну, загулять куда-то там, загулять, да, сходить налево куда-то там. Ну там прикрой меня там перед начальником, перед женой там, ну, короче, прикрой, типа я был с тобой. Вот это тоже делать нельзя, потому что это тоже ослабляет ваш дух. Надо просто сказать ему, это твое дело, это твоя проблема. Ты с этой проблемой решай, как-то разбирайся сам. Потому что если ты его будешь прикрывать, то он тебя тянет сам за собой, она уменьшается сила духа, и он тебя тянет как бы к нарушению духовного закона и в пропасть утягивает. Он сам туда идет, вот, нарушая духовные законы, и тебя за собой тянет. А зачем оно тебе надо? Ну, то есть надо просто этому не попустительствовать, чтобы вас в это не вовлекали. Это не значит, что не надо ни с кем дружить. Вот, просто этому человеку скажи, это твоя проблема. Все, я с тобой нормально общаюсь, с тобой разговариваю, но прикрывать я тебя не буду. Вот, если тебе это не интересно, значит, что это за дружба. Вот. Ну вот, коротко, как бы вот о смелости, вот что-то я попыталась вам донести. И в то же время, например, тоже человек, вот я знаю, что я читала как-то литературу, какого-то святого, я сейчас уже не помню, там, значит, написано, вот, например, была война, да, я не про вот эту войну, я вообще про Великую Отечественную войну, и там вот трус, кто такой трус? Я была так удивлена, что вот святой старец вот этот написал своим, там, как бы, там книги, в книгах написано, трус это тот, который предает. И не важно, кого он предает. Он предает там свою любимую женщину, он предает там своего любимого друга. То есть, по сути, он предатель. Вот он, получается, он и трус. То есть смелости нет, он трусливый. Соответственно, сила духа маленькая, и поэтому он, получается, трус. Вот, Таша, может быть, какая-то вот такая маленькая моя интерпретация. Может, кому-то интересно. Всем удачи, всем пока.